Две у нас улицы есть, и адрес один и тот же. Улица Ленинградская, 21, и Труда, 21. И в этих местах располагается что? В этих местах располагается кредитный потребительский кооператив, Гранд Капитал Кредит. Теперь я вам объясню, почему я показываю улицу Ленинградскую. Ну, во-первых, для чего я ее показываю? Для того, чтобы жители Ленинского района и вокзалы, и остальных, а также жители Правобережного района далеко не ездили. Представляете, до Труда все-таки надо как-то доехать, да? Хотя у вас есть такая же возможность, как это делают и жители Орджоникидзевского района, положить свои замечательные денежки и стать небольшим рублевым миллионером. Вот. Как это все делается? Я вам объясняю и не один раз уже показываю, что принесете денежки сюда. Если у вас вклад не такой большой, как миллион, то 23% в год. Если миллион, то 26% годовых. Такое же ведь часто случается, что рано или поздно вам откуда-то с небес прилетела квартира. Почему такое случается? Ну, потому что и мужики как бы не живут слишком долго, да? Да и жены, и женщины тоже. Вот. А вдруг у вас там ребенок, и вы захотели бы ему не сразу однокомнатную подарить, а трехкомнатную. Положили денежки, через 3 года, и вот он уже трехкомнатная квартира. Кстати, что касается здесь. Travel Discount – это агентство путешествий. Это все то же самое. То есть вы не только здесь путешествуете, и об этом я вам покажу позже, но вы сегодня здесь заключаете кредитный кооперативный договор с кредитным потребительским кооперативом Гранд Капитал Кредит. Вот было бы у меня удовольствие, я бы вам в раз объяснил то, до чего рано или поздно показывают интернет-ресурсы. Да, у нас все совсем нехорошо с наличкой. Мягко говоря, очень плохо, но жить-то надо. И почему в городе в любых местах займы до зарплаты? Да потому что тот, кто хочет купить, может это сделать, но как и у всех, все кредитные истории, и это не айс. А мы предлагаем вам вариант попроще, для тех, кто может экономить. Отдать свои денежки тем, кто реально кормит горожан. Причем делает это быстрее банков. Конечно, очень бы хотелось, но почему бы и нет? Мы приглашаем людей в кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит, который располагается где? Ленинградская, 21. Мы поздравляем наших вкладчиков с новым адресом. Это удобно для жителей Правобережного и Ленинского района. То есть они могут не ехать, да, на Труда, немножко далековато, там пробки и все остальное, да? А здесь? Да, они могут приходить к нам на Ленинградскую 21 и также вкладывать свои деньги. А сколько? Вот, допустим, у человека есть сумма не такая большая, до 1 000 000 рублей. А есть у человека, допустим, ну откуда-то не возьмись, нарисовалось такое, что вдруг квартирка там однокомнатная, да? А захотелось бы трешечку. От 23 до 26%. То есть это вообще легко? Да. А если вдруг внезапно денежки потребовались? Ну, такое бывает, что там, ну, или свадебка, или там, ну, бывают и похороны. Пожалуйста, можете приходить и снимать компенсацию каждый месяц. Так вот, такое дано далеко не каждому. И принцип-то прост. Кто-то считает, что денежки на телевидение тратятся в последний раз, но кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит делает это регулярно. Кстати, из нормальных людей. Более замечательного человека я себе представить не мог. Но сколько же месяцев мы вам показываем, и вот результат. В моей жизни нехороших вещей было очень много, а вот нормальных мало. Так что поверьте мне, это правильный результат. Конечно, вам бы захотелось посмотреть, что такое travel discount, но об этом чуть позже. Потому что точка-то одна. То есть там кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит. Здесь все то же самое, в принципе-то. Но в отличие от тамошнего, вы здесь можете еще и пропутешествовать. Вот. Естественно, мы будем вам говорить и неоднократно о том, что банки вас швыряют. Да? Представляете, вы пришли в банк, вот, за какие-то 7% годовых. Я вообще не понимаю. То есть я интернет читаю, да? И в интернете говорят, что доля россиян, свои деньги, хранящих в банке, сокращается. Потому что, представляете, да? Или 7%, или 23% годовых, или 26%, если у вас больше миллиона. Зачем эти нужные банки нужны? Я этого не понимаю.
когда можно просто денежки оттуда взять, положить. Контора работает очень-очень давно, это мы только с ней год работаем практически, да? Так она же 3 года работает, то есть как-то спокойно она дышит и вам дает толику своего внимания. Поэтому куда ехать-то? Либо это Труда 21, либо это вот сюда, Ленинградская 21. Адрес абсолютно тот же самый.